Руслану Арзуманову 14. В 10 лет папа привел мальчика в футбольную секцию. Уже через год Руслан стал капитаном. И второй сезон подряд его команда становится чемпионом края в своей возрастной категории. Лежит, конечно, ответственность, как бы помощник тренера первый, его правая рука. Ну, тяжеловато, но моментами это приятно, потому что призы, как бы, кубки, это достается мне. Когда я играю в футбол, я как бы забываю обо всех проблемах, мне это очень нравится. И с друзьями, с командой мы взаимодействуем и на поле, и вне поля. И это помогает мне духовно. Лучшей на первенстве Южного и Северокавказского федеральных округов стала еще одна сочинская команда. Ребята 2005 года рождения тоже получили заслуженные награды. В целом, сегодня в Сочи, благодаря краевой программе развития физической культуры и спорта, в футбольных секциях занимается более 1000 человек, еще порядка 10 тысяч болельщиков. Мы не оставляем надежд, что в ближайшее время в городе Сочи появится профессиональный футбольный клуб, и все начинания, которые в городе Сочи происходит, администрация активно поддерживает, и мы все-таки верим, что в ближайшее время такой клуб появится, и для ребят, которые сейчас уже стали чемпионами на краевом уровне, появится возможность продолжить свою карьеру в футбольном профессиональном клубе. Сегодня в Сочи реконструируется стадион «Фишт», а также по всем нормам ФИФА строятся два новых футбольных поля. Они будут готовы к концу будущего года, а после чемпионата мира по футболу перейдут в собственность города. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.